Вона говорить, що гардероб займає особливе місце в кожного з нас, тим паче для зірок. Але якщо для нас це просто вияв емоцій через одяг, то для кожного дизайнера це цілий всесвіт, а особливо для неї. Сьогодні в ексклюзиві, як завжди, ексклюзивний гість. Дизайнер одягу – людина, яка завжди за індивідуальність, завжди за жіночність і за ексклюзив. Ірина Марчук сьогодні. Я вітаю вас. Дуже-дуже-дуже дякую, леді. Ми всі леді. Дякую, що завітали, що прийняли запрошення. Мне я рада вас приятно, бачити. Что пригласили на передачу, потому что я как родом, да, с Кировограда не могла отказать, потому что все-таки Кировоград — это родина, это то, с чего начиналось, и это всегда нужно помнить, уважать и гордиться тем, откуда ты. Ир, вы відомі не лише в Україні. Поза її межами, однозначно. Були на теренах Америки, я знаю навіть, і не лише. І навіть зараз згадуєте про свою батьківщину, про Кіровоградщину. Як все починалось? Звідки ви, де народились? І яким було ваше життя до вашого успіху? Я родилась в маленькому поселке, который рядом с Кировограда, Ивановка, Новоукраинского района Кировоградской области. И прожила там до 17 лет. Потом я уже жила в Кировограде и училась в КИСМИ. Это раньше был Кировоградский технический национальный университет, где получала первое высшее образование. Я, когда закончила школу, я не думала, что я буду именно дизайнером одежды. Я хорошо училась в школе, поэтому больше уклон у меня был на математику. И были такие какие-то экономические, как бы выбрала специально себе. И уже поступила и училась, и планировала быть либо каким-то бухгалтером, ну где-то вот что-то такое. Я себя не видела в том, что я вот буду... Гуманитарный. Да, я не видела в том, что я буду прям создавать одежду и все. Конечно, я, как любая девочка с самого детства, мне приходилось шить наряды куклам, да, там, Барби, все такое. Потом это как-то больше уже переросло, я начала создавать одежду для подруг, для мамы, для себя. Всегда хотелось выделяться и всегда хотелось чего-то другого, не так, как у всех, чтобы была индивидуальность. От этого все исходило и, скажем так, постепенно стало заниматься прям дизайном одежды. Решила попробовать. И довольно-таки неплохо получилось. Я поняла, что это мое. Что то, что первое образование у меня было, это совсем не то, где я могу себя применить. Хотя это тоже дало мне большую уверенность, потому что управлять коллективом и как вообще вести бизнес — человек тоже должен понимать, потому что помимо того, что ты делаешь одежду, ты должен быть еще хорошим управленцем, потому что это очень важно. И на сегодняшний день у меня коллектив с самого первого начала, то есть как вот мы начинали, вот все люди работают до сегодняшнего дня. Я считаю, что это большой успех, потому что когда с тобой работает команда, которая... Самое, как для менеджера. Да, когда работает команда, сколько лет, я считаю, что это тоже очень хорошо. Поэтому, конечно, непосредственно мое первое образование дало тоже такое начало. Как вы згадуєте те місце, где вы народились? Яким было дитинство ваше там? Ну, все было классно, потому что у нас было трое. У меня есть старшая сестра и младший брат. Родители всегда нас любили, убаловали. И не было, ну, детства, как у всех. У меня не было какого-то там особенного этого такого. Раньше же не было таких там гаджетов, не было интернета и все. Была школа, была учеба, я закончила школу хорошо. Поэтому таким направлением, что вот я любила, в общем, учиться. И большинство оценок, которые получила даже при получении диплома, это 12. Поэтому я была вся направлена в учебе, и никаких таких особых занятий, ничего не происходило. А чем занимались ваши батьки? Папа у меня преподаватель физкультуры. Он до сих пор... Физрук. Да, он у меня до сих пор работает в школе и тренирует деток. А мама у нас поначалу, когда я была маленькая, она в детском садике работала воспитательницей. Потом мама стала заниматься нами, и так мама все время посвятила себя нам.
она нас, скажем так, была для нас всем, потому что, как любая мама, да, она в нас вкладывала в образование, в воспитание. У вас дуже багато постів в Фейсбуці з приводу вдячності мамі. Тобто ви пам'ятаєте? Да, родителей нужно всегда благодарить, ценить, и особенно мам, потому что мамы — это наше начало, мама — это все. Я на сегодняшний день тоже являюсь мамой и понимаю, как это вообще быть мамочкой, как это трудно, что происходит. Поэтому, конечно, с рождением доченьки я поняла, что мама... Мама головней всего. А батьки залишились на Кировоградщине? Чи плануете, чи забрали вже до столиці? Родители как-то изначально... я, конечно, за то, чтобы они были рядом, потому что и брат, и сестра, мы все живем в Киеве, все здесь работают, и я бы очень бы хотела, чтобы родители переехали. Поначалу они как-то планировали и пытались здесь, и мама подолгу была, но опять же таки вернулись в Кировоград. На сегодняшний день, конечно, я очень сильно настаиваю на то, чтобы родители переехали, потому что мне нужна помощь мамы, и все-таки, когда родители рядом, ты увереннее себя чувствуешь. Сейчас уже очень тяжело туда ездить, так как много работаешь, нет времени. Поэтому родители планируют переехать. Я думаю, что в следующем году, конечно, мы уже все воссоединимся. Я вам бажаю. Спасибо. Тому що коли сім'я, коли всі поруч, набагато, навіть морально легше відчувати себе. Колись в інтерв'ю ви сказали, що ви не отримували освіти в профільному плані дизайну, так от одягу чи шиття, але ви мрієте пройти навчання в якійсь школі дизайну, обрати для себе країну. Чи здійснилась ця мрія, чи ще ви йдете? Значить, я почала з маленького. Я поступила в університет технології дизайну, Київський університет. Да. Десь на сьогоднішній день я отримую образування в сфері дизайну. Тобто я прохожу. У мене дуже багато практики, але я не мала теорії. Це те ж саме, що ти їдеш за рулем, але правил дорожнього движення ти досконально їх не знаєш. Тому на сьогоднішній день я являюсь студенткою Київського технического университета и получая образование в именно дизайнер. В дальнейшем, конечно же, бы мне хотелось побывать в таких знаменитых домах моды, чтобы перенять их опыт вообще в пошиве, в то, как коллектив работает, как все создается. Мой фаворит на сегодняшний день — это дом Versace. Я безумно люблю вот все, что они делают, все, что они создают. И, конечно, бы я хотела поучиться бы там. Дім моди Ірини Марчук. У вас така специфікація, спеціалізація. Це вечірні сукні, весільні сукні, те, що на вечір, так, дівчина може одягти. Колись ви говорили, що є бажання започаткувати чоловічу серію одягу. Да. Є така вже? Мы давно работаем с мужчинами. У нас есть мастер, который отшивает костюмы, отшивает пиджаки, и мы уже работаем в этом направлении. Поэтому на сегодняшний день к нам можно смело прийти и заказать себе костюм по индивидуальному пошиву. Если готовые варианты, как бы мы не делаем, только индивидуальный пошив для того, чтобы человек пришел и себе сам мог заказать. Плюс у нас представлены дорогие итальянские ткани, с чего можно этот. Мы делаем очень красивые костюмы. И у меня есть как бы клиенты, которые довольно-таки часто заказывали у меня индивидуальный пошив. И, в принципе, я горжусь тем, что вот мы мужчинам создаем такие костюмы, потому что мужчины, они же как женщины, они хотят выглядеть лучше, чтобы не так, как у всех, чтобы это было под них, чтобы им было внимание, чтобы это было прям для них все создано. Они тоже за это, и я люблю мужчин-клиентов, потому что они не настолько привередливы, они хотя им рассказываешь, показываешь, это совсем по-другому, как женщины. Женщины более щепетильны, они бывают под настроение, скажем так. А мужчина всегда, он всегда в настроении, всегда все хорошо. Ні для кого не секрет, що серед ваших клієнтів Ірина Білик, Наталя Холоденко, не Ангели, навіть Коля Басков, багато інших. Да. Хто зараз у вас відчувається серед зірок?
Именно на сегодня, именно так, сегодняшний так. этот, но вот ну, после... в останних, можливо. Да, последний это что? Это Ирина Билык, потому что у нее скоро концерт. Ювелей, мне да, у нее был, получается, концерт уже назначен, но в связи с тем, что такие непредвиденные обстоятельства, да, вообще в ситуации в стране, во всем мире, то много концертов просто отменилось. И, через карантин. Да, и на сегодняшний день артисты, прежде чем уже заказывать какие-то модели, они подумают, потому что многим концерты просто не разрешают делать. Ирина Федишин, насколько я знаю, так уж у да, вас. Да, она у нас частый гость. Я ее очень люблю, и Руся классная. Она такая позитивная, она всегда в хорошем настроении. И она наш частый гость. Она постоянно что-то шьет. Вот сейчас мы делаем ей комбинезон. Вот буквально пару дней тому назад она была на канале «Украина», и мы ее одевали. Когда она шоу свое делает, тоже мы готовили ей много нарядов. В Олевской готовили очень много нарядов на ее шоу, которое было в прошлом году осенью. Камалия, сдается. Да, Камалия у нас тоже. Ну, я не могу прям вот выделить каждого человека. Да, багато как это... людей. Да, скажем, я считаю, что, ну, нет, наверное, надо подумать, с кем мы не работаем, вот так вот. А так, в принципе, Оля Полякова, вот, да, в клипе... На кокошнике. Эти... Шили? Шуба белая, вот, которая этот, «Скажены Василия», когда она с Потапом и с Винником снималась в клипе, вот мы предоставляли ей тоже наряд. В основном женщины как? Они же, ну, любая женщина, то, что ярко, то, что блестит, тем более сценические образы мы делаем регулярно. И у нас можно прийти в любой день и выбрать такой наряд для себя. Поэтому, конечно же, девчонки, когда увидят, да, когда это все сценически, это все подходит, довольно-таки часто отшивают, не просто единоразово, а отшивают часто наряды для своих концертов, особенно для сольных, когда это полностью идет программа. А от для українських зірок кому ще б хотіли б пошити? Даже не знаю. От, чесно, даже не знаю. Можливо, співачку якусь побачити в своїй сукні? Ні, у мене було таке Ірина Федишин, коли я на бордах проїжджаю, кожен день на роботу їду, і от вона на бордах. Ну, хто це така? Це коли вона починала? Це було ще, по-моєму, 16-й рік. І я, імея наглость, вона написала їй в Фейсбук. Я говорю, Ирина, готова сделать для вас наряд. И так бы с ней подружились. И вот она стала как постоянным клиентом, который регулярно у нас заказывает для своих выступлений. Этот. Вот она как-то была мне так, что с Камалей как-то познакомилась тоже легко, тоже хорошая такая, такая она добрая, такая она очень такая. И как бы нету такого, как прям вот выделить, вот кто-то такой кумир. Нет, все каждый по-своему, и мы уже со всеми, уже это, знаете, как... Такое. Питання часу, так? Да. Лише, хто коли звернеться. Да. А от з ким легше працювати все ж, зірками чи звичайними людьми? Звезда звезде рознь. У каждого свой характер, у каждого своє мнение, у каждого своє настроєння на этот, на, ну, скажем так, настрой на какую-то покупку, на этот. Конечно же, ну вот мне классно было работать с Колей Басковым. Он вообще такой легкий, такой классный. И он так всегда, каждый раз, когда вот я приезжала, всегда так встречали, такое отношение, вообще все ну, по-другому. Взагалі так, людина свято. Да, и он такой в жизни есть, он очень, очень такой красивый, харизматичный, такой он располагающий к себе. Скільки зараз мінімально коштує сукня від Ірини Марчук? Самое, у нас все постоянно есть скидки, да, то есть как бы можно купить платье, начиная от 2000 гривен. Это те платья, которые предыдущие коллекции, которые последний размер остался. То есть нету такой ценовой политики заоблачной, которая, я считаю, что любая женщина может иметь платье от Ирины Марчук в своем гардеробе. У 2019 році пройшов ваш вишуканий показ ваших моделей. І тоді був встановлений рекорд України. Встановили найдорожчу сукню за 500 тисяч доларів. Да. Це ви пошили її. Да, это самое дорогое платье за всю історію в Україні. Тобто ми перші, хто создав це платье. Платье було з бриллиантів. І це платье, яке
создавалось примерно 6 месяцев, потому что помимо бриллиантов, там еще были камни Сваровских, более 1 миллиона, там шлейф очень длинный, 10 метров шлейфа, и само платье по себе тяжелое, оно весит 20 килограмм, в нем очень трудно было стоять, когда была презентация. Як взагалі народилась ідея саме сукню такого формату створити, найдорожчу сукню? І де ця сукня знаходиться зараз? Чи є в неї власниця? Ідея родилась взагалі спонтанно. Я люблю всегда что-то такое, вот как-то чем-то удивлять, что-то новое, что-то необычное, чтобы никто этого еще до меня не делал. И сама идея пришла, все же устанавливают какие-то рекорды в своей сфере. Я думаю, почему мы, в принципе, уже доросли до такого уровня, когда мы можем себе это позволить? И сложность была в создании этого. Идея была давно, но сама сложность была в том, где найти украшение на такую сумму. Потому что на сегодняшний день, 500 тысяч – это полмиллиона долларов, это очень большая сумма. Сама идея зародилась еще, когда я была на показе в Лос-Анджелесе. Когда был Венский бал в Украине, я познакомилась с дизайнером Майкла Джексона, Кит Холм. Он меня пригласил в Лос-Анджелес, и я туда полетела с показом, на показ на неделю моды, и там же с ним встретилась. И он мне предложил сделать такое же платье только в Америке, когда я ему сказала о том, что я хочу это делать только в Украине. На сегодняшний день эту идею, которую мы обговаривали, мы не воплотили из-за того, что вирус, то, что сейчас неконтактно, то есть очень тяжело это все спланировать, просто отстрочилось на некоторое время. Эту идею я воплотила в Украине. Я нашла человека, который мне предоставил эти украшения, потому что украшения были на платье одеты непосредственно перед показом, и потом их снимали. Это не платье, которое, как люди думают, что это платье. Вот мы сделали, и первый вопрос, а за сколько вы продаете? А где это платье? То камень еще и забрали. Да. Камни были даны, только предоставлены на сам показ. До показа, когда мы еще дизайн только продумали, и во время показа. У нас был специальный человек, который охранял это платье, когда на показе, потому что там очень много камней, дорогие камни. Поэтому мы показали это платье. Платье на сегодняшний день находится у нас в магазине, но оно не имеет такой уже ценности, потому что там нет камней. Там есть камни Сваровских, но это уже не то. Оно у нас осталось на память, как выставочный вариант. Продавать его изначально никто не планировал. Мы планировали только показать его и предоставить, что вот мы такое можем сделать. У нас это отлично получилось, потому что на показе было очень много СМИ, очень много медиа. Это показывалось на всех телеканалах. И непосредственно сам показ проходил в очень хорошем месте. И все, кто брали участие в показе, в презентации, это были все либо же актрисы, либо же певицы, все успешные дамы, да. То есть это помимо самого рекорда, еще у нас были, скажем, тоже 50 человек знаменитых дам. Вашою фішкою було те, що сукні представляли не моделі, а саме зірки. Да. І... На этом і був сам уклон, що не просто моделі, а будь-яка жінка з фігури, любой, може вийти в платі от Ірини Марчук і показати себе достойно. Я вам бажаю, щоб в Америці також здійснилася ваша ціль, і також ви там представили найдорожчу сукню Америки. Спасибо. Ваш бренд був створений в 2014 році. Саме тоді розпочалась політична криза в Україні. Чи вона вплинула на створення саме як бізнесу? Не було так. Ми тільки, знаєте, любой бізнес, коли він починається, завжди тяжело. В любое время. Коко Шанель теж в війну шила шляпки. И в этом то, и смотрите, спустя сколько лет она стала мировой. Поэтому, конечно, в любое время было трудно. Но это был для вас риск самый в цей период робити?
бізнес, але тим не менш пішов. Я думаю, що якщо б зараз я починала, у мене б не було такого успіху, як було до. Коли я починала, то не було такого, що в Україні було дуже багато дизайнерів. Зараз кожен другий хоче, він шьет одежду і хоче себе представляти як дизайнером уже. Все, ніхто не говорить, що це просто ти. Я дизайнер одежди. Коли я починала, такого не було. Угу. У мене було менше всього конкурентів. На сьогоднішній день дуже велика конкуренція. Дуже потрібно багато вкладати. Вкладати в матеріал, з якого ти шьєш. Нужно завжди новинки. Нужно щось нове внедряти, якісь технології. Тому що, якщо ти просто шьєш одежду, це нікому вже не цікаво. Зараз все настільки доступно, що ти можеш через інтернет заказати собі все, що угодно. Тому я дуже рада тому, що ми почали саме тоді, коли на ринку було мінімальне кількість дизайнерів, як таких, які могли себе просто дуже серйозно заявити. Були знамениті, які там шили вже кілька, навіть до мене, коли я ще була дитином, які ще залишились на сьогоднішній день на ринку. Але не було вот такого, що прям як... на сьогоднішній день дуже великий ринок. А де зараз знаходяться ваші шоуруми? Лише в Україні чи поза межами? На сьогоднішній день ми знаходимося тільки в Києві, тільки в Україні, тому що дуже трудно вести бізнес там, де тебе немає. Якщо ти робиш це в одному місті, в одній країні, ти будеш мати успіх, тому що це постійно потрібно контролювати і потрібно бути на роботі, тому що я ж заявляю себе як дизайнер індивідуального пошиву в одному екземплярі, ексклюзивні речі. Я повинна бути на місці, щоб я могла чоловіку зробити готовий образ. А якщо мене немає, то я вважаю, це вже не буде такого успіху, не буде того качества. Якщо хтось за мене це буде планувати. Якщо ви приходите ко мені, ви вже хочете бачити мене, щоб я підказала, що краще йде, як це сидить на вас і як це взагалі в цілому виглядить. Тому на сьогоднішній день не так удобно. Звісно, мені б хотілося ще где-то, раніше у мене був магазин в Росії, але коли такі відносини, да, ми його просто закрили, і у нас є доставка, ми відправляємо постійним клієнтам, але ми там не працюємо. Як народилась ідея створити тканину з авторським принтом, яку виробляють в Індії? Ну, принаймні, виробляли. Знайшла таку інформацію про вас? Я завжди говорю про те, що потрібно мати мечту. Коли ти маєш мечту, тобі легко її оплатити. Я як чоловік іскусства, я завжди в мечтаннях, завжди в якихось пошуках нових ідей. І завжди строю плани. Тому що було? Нужно удивлять снова же, нужно удивлять мир. Первое, что мне пришло вообще в голову, это сделать платье с хрусталя. Для того, чтобы сделать платье с хрусталя, навіть его нужно... Навіть не бачила ніколи таке. Вы приходите к нам в гости, мы обязательно покажем всю нашу Дякую. Коллекцию и подберем что-то для вас. Для того, чтобы сделать это платье с хрусталя, нужно было достать хрусталь. А где делают хрусталь? Обычно это была сразу идея. А хрусталь, стоял где-то у бабушки в серванте. Чешский хрусталь. Поэтому мы непосредственно закупили чешский хрусталь, раздробили его, сделали. И сделали платье с хрусталя, которое было продано за 3 минуты. Как только выставили в интернете. И я поняла, что это наш успех. Поэтому у нас был, я точно не помню, либо это 16-й, либо это 17-й год, когда у нас были предзаказы на это платье, потому что само платье готовится где-то недели 2-3, потому что это все тончайшая работа, которая набирается руками. У меня до Нового года был просто такой этот список, лист ожиданий, лист на заказ на это платье. Ви прям генератор ідей, от я дивлюсь. Навіть я знаю аромат, парфюм свій, да. Подумали, так? Да. Як ця ідея народилася? Де ви виробляєте? Аромат. Як ви обираєте? В Україні непосередственно. Сейчас же Україна дуже багата на абсолютно на все. Тобто ти можеш, уже не нужно искать ближе та рубеже для того, щоб воплотити какую-то свою ідею. На сьогоднішній день в Україні дуже хороші парфюмери, дуже достойні, які мають хороші аромати.
И идея пришла как-то вообще, вот 8 марта, женщины, вот хочется женщинам сделать какой-то подарок 8 марта, потому что все дома моды, они имеют свой парфюм, и я непосредственно пользовалась тоже на протяжении нескольких лет, выбирала, например, там Шанель, либо Версаче, хотелось что-то свое, чтобы женщина не только была в платье от Ирины Марчук, а нашла, и за ней был шлейф наших духов. На сегодняшний день мы разработали аромат свой, который был предоставлен на 8 марта. Угу. Мы устроили девичник, где произошла презентация. На сегодняшний день довольно-таки успешно пользуется популярностью. Женщины выбирают для себя. Нам это приятно, потому что... все-таки мы уже не только делаем платье, обувь, но уже имеем свой аромат. А який ваш улюбленный аромат зараз? А я пользуюсь только своим, потому что как я могу перейти на что-то другое, когда я создала его сама? Мне же приятно, чтобы это мне, тем более я получаю очень много комплиментов. А что у вас за парфюм? Я всегда говорю, девочки, это наш парфюм, вот и... Ірина, хочу торкнутися не дуже приємної для вас теми, принаймні... Ну, я так вважаю, але все ж таки все було. Як скелет шкафу, так? Да? Так, так. За 2019 рік я знайшла дуже багато і, з мого огляду, замовних статей на вашу адресу, що ви нібито вкрали 2 мільйони доларів і втекли. Ну, там не тільки 2 мільйони доларів, там ще куча грязі різної. Ну, давайте там... поговоримо хоча б про цю новину. Вы спростуете, чи що це взагалі за ситуація? Это был мой развод, который затянулся ровно на год, который очень тяжело мне дался. Я прожила с человеком 12 лет, и он как мужчина должен был поступить по отношению к женщине, с которой ты прожил, я считаю, нормально. Он не мог нормально выйти с этих отношений, он решил испортить мне репутацию, поливать меня грязью. На сегодняшний день, слава Богу, я получила этот долгожданный развод, который длился ровно год. Переносили заседания и что только не было. И я считаю, что мой бывший мужчина поступил нечестно по отношению ко мне, потому что нужно мирно как-то обговаривать, договариваться. Я давала ему слово о том, что если что-то произойдет, я приду домой и скажу ему об этом честно, то, что я и сделала. Мы сели, обговорили, и все было нормально. Он для себя принял другое, как играть какую-то игру нечестную по отношению ко мне. Если бы я имела отношение к тому, что он пишет, я надеюсь, что я бы вела себя по-другому. Можно было прийти ко мне, сесть, поговорить, обсудить все нормально и решить все мирным путем. Це через кохання? Він просто не міг відпустити вас? Чи... Наверное, он решил, что я его собственность, я его игрушка, которую нельзя, да, нельзя которую отпускать. И поэтому тем самым, конечно, для меня был тяжелый год. Не як скрою. Морально ви? Да, пережили. Не скрою. Було, поначалу було очень больно і очень неприятно, потому что когда вышли эти куча заказных его статей о том, что я украла деньги у него, я ему что-то должна, было больно и было плачевно. Но нужно всегда поднимать голову и на сегодняшний день, пускай это будет на его совести, пускай он для себя определяет что-то. А у меня сейчас все по-другому. Семья — это есть то, ради чего стоит просыпаться каждый день. Дышать каждую секунду и молить Бога каждое мгновение, чтобы он оберегал и защищал. Расскажите зараз про вашу родину. Кто вас підтримує, хто поруч? Наверное, это с моего поста, который в интернете. Так, да? Этот пост я поставила с рождением своей доченьки, потому что она из... Я вас вітаю. Да, спасибо. И совсем недавно я стала мамой впервые, и для меня поменялось, для меня мир изменился. Для меня, скажем так, я вообще никогда не могла подумать о том, что этот маленький комочек счастья может и так поменять меня. Як назвали? Екатерина.
Я ее очень люблю и просыпаюсь с ней, и просто дышу в ней. На сегодняшний день это мой главный человек. Я всегда, когда мама говорила, вот будут свои дети, ты поймешь. Наверное, я только сейчас понимаю ее слова. Потому что ради нее я готова на все. У меня совсем все по-другому, у меня жизнь так поменялась. На сегодняшний день у меня хорошая семья, у меня муж такой хороший, ребеночек. Я полностью растворилась в семье. Раньше я была больше в работе, я редко приезжала домой. У меня не совсем хорошие были отношения с моим мужем. То на сегодняшний день я, конечно, могу похвастаться, что у меня такая классная семья, что мы так сплоченно, так любим друг друга, все время проводим вместе, планируем что-то вместе, мечтаем вместе. И поэтому сейчас мамочка в декрете, поэтому я больше переключилась на ребеночка, на свою семью, и очень благодарна Боженьку за то, что он мне послал именно девочку, потому что я всегда хотела девочку. Вот я думала, у меня родится ребеночек, и только девочка. Я вот думаю, что мы сейчас, я вот ей говорю, Катя, ты моя будущая модель. Будем, говорю, скоро создадим мы платье для маленьких девочек там, либо парфюм для девочек. Да, да, новые идеи. Конечно, она тоже мой вдохновитель. Хочется ради нее делать еще больше. А скільки зараз їй? 3 місяці. Так це взагалі нещодавно. Да, я вас вдвічі вітаю, спасибо. Просто не знала. Я лише віднайшла пост в Фейсбуці, що ви сказали так. Коли вам, напевно, чоловік зробив пропозицію стати дружиною, і лише хотіли запитати, чи вийшли ви заміж, а ви вже й встигли народити прекрасну дівчинку. Я вас вітаю. Спасибо большое. Як ваше весілля відбулося? Пишну свадьбу ми не робили. Потому что мы перенесли это немножко на попозже, так как у нас дело в том, что я вот думала так, что вот я вот как-то рожу и сразу свадьба. Что вот я родила, и через там пройдет пару месяцев, я уже не буду кормить ребенка, и будем делать свадьбу. На сегодняшний день я так не могу сказать, потому что ребенок — это номер один, и мне хочется дольше всего покормить ее грудью, чтобы она была возле меня, и еще этот вирус непонятно как. Поэтому в этом году, конечно, все так и оно и отменилось. И я не знаю, будет ли она в следующем году. Я уже говорю мужу, что, наверное, когда Катя подрастет, будет моей свидетельницей, и тогда сыграем свадьбу. А так, да, такого вот пышной свадьбы не было. Все, вот муж и жена, но само празднование мы перенесли на попозже. Чем человек занимается? Чи підтримує вашу профессию творчу? Конечно, муж мой поддерживает с самого начала. Он всегда за то, чтобы я работала, чтобы я не сидела дома, чтобы у меня было любимое дело. Он всячески меня поддерживает, даже когда мы летаем с ним в Дубай на закупки тканей. Он помогает мне выбирать. На сегодняшний день мой муж адвокат. У него есть своя адвокатская контора. Вот он, то есть как бы наши работы не пересекаются. Каждый работает в своем направлении, но, как я говорю, папа работает, мама красивая. Я знаю, що колись ви сказали, ви відвідали багато країн, майже весь світ, але найкращі ваші сукні народжувались, коли ви саме подорожували, найкращі ідеї. Яку країну ще хочеться відвідати? Вже разом всією сім'єю. Я би хотіла, щоб ми полетіли на Мальдіви. І ми плануємо, дай Бог, на следующий год всей семьей отправиться на Мальдивы. Я всегда наблюдаю, да, кто там бывает. Очень красивые пейзажи, очень красивые фотографии, все безумно сказочно. Поэтому мне бы, конечно, хотелось полететь туда. Но опять же, посмотрим, какая будет ситуация в стране, потому что планируешь одно. Я, например, планировала, что я буду рожать в Америке, но буквально мне лететь, а Америку закрыли, и я не смогла, осталась здесь. То есть, как бы, плани строїмо, а посмотримо, як воно буде. Наостанок два таких філософських запитання буде. Який момент в житті був найболючішим? Наверное, развод. Вот это то, что просто мне ударило по всему. Я просто до сих пор не даю себе ответ на этот вопрос. Как можно со мной поступать так нечестно? Как ты, прожив сколько женщиной, так оскорбляешь, так обзываешь меня и так ведешь по отношению ко мне нечестно.
Я никуда не прячусь, я всегда на месте. Я считаю, что люди всегда должны договариваться и обговаривать все. Но, лишь за спиной, я всегда слышала о том, что есть громкие разводы у всех. Но я никогда не думала, что это коснется меня. Вот я как это, как со мной могут так поступить? А вы пробачили человеку чи ні? На сегодняшний день не могу сказать, что я ему простила. Нет. Для меня, у меня очень большая обида и разочарование. И я не хочу говорить плохих слов. У каждого своя, как говорится, судьба. Но я ничем не завинила. И считаю, что всегда нужно оставаться человеком с любой ситуации. Бліц, готові? Давайте. Яка Ірина Марчук вдома? В трьох словах. Закрученный хвост, все время бегаю там по квартире, что приготовить, ребенок проснулся, что-то нужно делать. Що ніколи на себе не одягнете? Даже не знаю, что такое. Не знаю. Все одягнете. Все, що запропонують, все одягнете, так? Ну, ко всему можно просто дополнить что-то, вот так вот, я считаю. Коли плануєте наступний показ? В следующем году планирую что-то более в Европе, такой мегапоказ. Де порадите в Києві поснідати? Ха-ха, я дома завтракаю, поэтому не могу. А що загалом зараз? На сьогоднішній? Так. Я кормлю груді, поэтому так. У мене своє питання, там все прям так вот молочко. Простенько. Да, все простенько, кашка. Продовжіть фразу. Коли досягнеш успіху, до якого довго йшов? Найголовніше удержаться на плаву, потому что если очень быстро взлетаешь, можно резко упасть. Кава чи чай? Кофе. Улюблені квіти? Ну, какие-то ромашки, более такие полевые цветы. Улюблена співачка українська? Ну вот и Ірина Федішин, Слава Снеангелов, Камалія. Я всіх люблю, Ірина Білик, ну не всі класні. Але насправді я знаю, що ви дуже любите музику. От це для вас натхнення. Да. Ви можете слухати радіо постійно, а по телевізору вмикаєте лише музикальні канали. Що от зранку краще слухати? Що любите слухати, вмикати? Сьогодні взагалі нічого не слухаю, тому що ребеночек маленький, мы утром просыпаемся и разговариваем с ребенком. Как изменила поява дитини, так все в житті? Вообще абсолютно все. Коли знайомитесь з чоловіком, з будь-яким, на що в першу чергу звертаєте увагу? Ну, я не знаю, наверное, ну, как говорится, встречает по одежке, да. Даже вот, например, за мужа своего, я даже... Наверное, да и внешность вроде не запомнила. Наверное, того, какой человек, когда вот пообщавшись. Поведінка. Да, наверное, от поведения. Продовжить фразу. Для мене мама – це? Наверное, все, потому что мама, конечно, это самый главный человек в жизни. Ірина, ви щасливі зараз від того, що ви маєте? Конечно, очень. Що ви маєте? У мене дуже хороша робота. У меня хороший муж, ребеночек, родители, все рядом, все здоровы. Это самое важное. Я дуже вдячна, що ви завітали. Це, звичайно, не польові ромашки, але символічно. Все равно красивый букет. Так. Спасибо вам це большое. Це не декор, це для вас квіти. Осінній такой, красивый. Так. Спасибо. Я вам бажаю, ви знаєте, щоб ваші очі завжди сяяли. Я бачу, що дійсно донечка вас мотивує. Вона робить вас щасливішою, щоб було так і надалі, і це відображалось у ваших проєктах. Спасибо, а я непосредственно в следующий раз встречаемся у меня. Я дуже хочу, щоб ви примерили несколько наших нарядів. Мені дуже приємно. Щоб ви увидели своїми глазами всю нашу красоту, тому що ніхто не може пройти мимо. Дякую дуже. Все, рада була зустрічі. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.